Ой, боже, боже, смотрите, какие цветочки на пути встретились. Мелкие такие, красиво. Те ушли подальше. Тут прям тоже вот целая полянка, вот здесь немножко, вот тут тоже, видите? Сюда, сюда, сюда. Ой, малышка потерялась, кричит. Вот туда ушли. Трава высокая там, а они все теряются. Надо идти собирать их. О, и цикорий мы встретили по дорожке, по пути. Ой, колючки расцветают. Колечко расцвело, как красиво. Сейчас покажу поближе. Вот. Всегда удивляюсь, даже колючка и там может быть красивой. Сейчас вот там желтенькие какие-то вижу. Жалко, не разбираюсь в травах, уж извините. Вот такие. Но в детстве мы играли с ними и говорили, что это собачки. Вот у них так. Сейчас ротики открывались, я помню, вот так нажимала, ротик открывался, и мы говорили, что это собачки. Вот этот, который меня, тысячелистник, я думала, который навел мне. Но это не он, я посмотрела даже в интернете, короче, это не он, точно не он. Спасибо тем, кто отвечал мне, что это не он. Вот такие вот еще какие-то. Господи, как она потерялась, а то а, кричит, аж уши залаживает. Ну что случилось? Ой. Как жались, жалко, плачет. Ой, как прикольно вот колючки. Сейчас вот там вам покажу еще розовые цветочки. За крапивой. Сейчас пока допедалю. Трава высокая, тяжело идти. Вот, видите? Вот там. Красоточка кушает. Извини. Вот они. Красавцы. Вот такие. Вот там, в других полях, где мы пасемся, там таких нет. А здесь вот. Видите? Видите?